Для оплаты за услуги теплосети в городе откроют выездные кассы. Коммунальщики говорят, в последнее время долг макеевчан за услугу вырос, а это может грозить сокращением городу поставок газа. Кассы будут работать с 10 по 24 февраля. Их откроют во всех районах города. В частности, в микрорайоне Солнечный и на рынке Центральный, в районе ДК ЕКХЗ и шахты Бажанова, а также на улицах Окинаки и Фонтанной. Время работы касс с 8:00 до 14:30, каждый день, кроме выходных. Завтра платить за услуги теплосети можно в Центральном городском районе в здании Дворца культуры шахты имени Бажанова.